В США 15-летний подросток угрожал устроить массовые убийства в нескольких школах штата Флорида. Сообщение с угрозами он публиковал в Инстаграм. Стражи порядка определили его местонахождение и задержали. Юноша признался, что размещал публикации в интернете с целью напугать своего товарища. Тем временем в американской Флориде сотни людей вышли на марш в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия. Акция началась с минуты молчания. Собравшиеся почтили память 17 человек, которые погибли 14 февраля при стрельбе в школе. Огонь открыл бывший ученик, он был вооружен винтовкой, которая продается в охотничьих магазинах. Общественность возмущена тем, что стрелок смог приобрести ружье легальным образом.